Всем доброго времени суток. В мире Наталья, центр Альфа и Омега Плюс, представляет вам гороскоп на 12 апреля 2018 года. 26-й лунный день, Луна в Рыбах. Сегодня самый удачный день месяца. Все будет получаться как на работе, так и в личной жизни. Прислушивайтесь к своей интуиции и снам. Через них к вам придет важная информация. Исключите импульсивность в поступках. Прежде чем что-то предпринять, сосчитайте до 10. Никому не рассказывайте о своих новых идеях или задумках. Сегодня не стоит проявлять никаких трудовых и хозяйственных подвигов. Берегите силы, отдыхайте, общайтесь с семьей и друзьями. Не цепляйтесь за прошлое, не принимайте мелкие неприятности близко к сердцу, старайтесь мыслить позитивно. Сегодня вы также можете получить выгоду от старых дел, а также хорошие новости от бывших партнеров или друзей. Из дел сегодня стоит планировать. Это избавление от старых и ненужных вещей. Сегодня не стоит покупать обувь. Очень хорошо заняться творчеством, фотографией и рекламой. А вот в любовной сфере все гораздо хуже. В это время обиды и радости будут восприниматься более глубоко и сильно. Поэтому обращайте внимание на то, что вам говорят, и старайтесь не принимать все близко к сердцу. По здоровью хороши банные процедуры, очистка лимфатической системы. Хорошее также время для посещения салона красоты. Можно делать стрижку, химию, окрашивание, маникюр, педикюр, уход за лицом и также уход за телом. С точки зрения финансов можно делать как крупные покупки, так и мелкие покупки. Очень хорошо делать платежи. При этом не стоит тратить деньги спонтанно. Стоит продумать, какие статьи расходов сегодня урезать и куда потратить сэкономленные деньги. Для тех, кого интересует тема денег, рада сообщить, что мы решили повторить вебинар Инессы Крыжановской «Магия денег». На вебинаре вы узнаете, как привлечь максимальное количество денег в свою жизнь, как получить все, что ты желаешь, о том, почему некоторые люди устраиваются хорошо и без денег, о том, где лежат ваши деньги и как их искать. Ссылочку вы найдете в приложении к этому видео. День 12 апреля благоприятен в основном для всех знаков зодиака и особенно благоприятен для овнов, раков, львов, дев и водолеев.